Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Основные меры застероги специалисты рассказали, как минимизовать ризику заражения коронавирусной инфекцией. Лепшие у своих категориях социальные установы региона признаны переможцами республиканского огляду. Инклюзивный пляж у Гомеля. Совместный проект рыхтуют Белорусский университет транспорту и громадское объединение «Инвалиды-спинальники». Захование правды об войне. Дмитрий Котов наведал военно-гисторичный клуб «Пошук», который действует на территории Калинковицкого и Мазырского района больше за 10 годов. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Ситуация у экономицы и проведение выборов. Гэтае пытанне президент абмеркаваў на сустрэча со спикером Совета Республики. Наталья Качанова – человек с великим кіраўніцкім и державным опытом, тому спектр тем самый широкий. Александр Лукашенко робить акцент на экономичных пытаннях не выпадково. Во умовах непростой сусветной обстановки, праца предприемствов и людей дозволить пройти с минимальными стратами глобальную турбулентность. Особная шла гаворка об организации политической кампании года. Ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Ну, не будем скрывать, это и политические вопросы. Год президентских выборов, хотя вроде бы не до этого. Самая большая проблема – это экономика. Но, тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас оснований нет, пока нет, переносить президентские выборы, как некоторые тут нам, что удивительно, не то враги, не то соперники нам подсказывают о том, что не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена, если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделаете наоборот. Но я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает. Поэтому политические вопросы никуда не уйдут, их надо обсуждать. Самая тяжелая проблема – это экономика. Самая тяжелая. Хоть мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы так или не так, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так, знаете, откровенно сказал, что, вы знаете, если мы не начнем немедленно работать, к американцам обратился, где есть доллар, где печатают этот доллар. Первая экономика в мире, и то он сказал, если начнем работать, то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали. А нам что говорить? Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно. Говорили и об мерах, которые принимаются, как поставить заслон распаўсюджванню вирусных инфекций. У гэтый вясновый период, звычайно, назирается усплеск таких захворваний. Заходячи из анализу даденных, теперь как раз проходим пик. Президент нагадал, за гэтага, так само на фоне борьбы с коронавирусом, не варто забывать, по-перше, о патрынце пожилых людей, а по-другое, про іншие категории пациентов, которые имеют потребу у медицинской допомозе. Мы все ахаем, охаем по поводу коронавируса, но забываем то, что у нас в сотни раз, как обычно, смертей больше от других болезней, чем от вирусов. Просто мы сконцентрировались все на этом. Но же не надо забывать, что у нас есть больные и онкологические, у нас есть больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нас астматики есть. У нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений и так далее. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса. Вот мы подозреваем, что у Витебске этот актер умер, и у него также был к тому, что у него пневмония там и прочее, еще и этот вирус. Ну, мы же просили. Ну, ему завтра 8-10 лет будет, чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь. Это однозначно, надо уберечь стариков не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаблен. И второе, у них букет болезней. Вот все, кого мы спасли от этого вируса и от вирусных, ведь мы вылечили уже, наверное, больше 100 человек. Больше 100 человек, Александр. Вылечили, да. И там был диагностирован коронавирус. Вот этим врачам я хочу сказать спасибо за то, что они нашли комбинацию лекарств, чтобы излечить людей. Молодцы. Но люди сами, старики, должны, старики прежде всего, о себе побеспокоиться. Те, кто помоложе, они уже переболели и перенесут этот вирус. Никуда мы от этого не денемся. Но там, где надо себя обезопасить, надо обезопасить.
Так я хочу, чтобы вы мне доложили о том, что у нас на севере, потому что у них же пик этот заболеваемости несколько по времени другой. И они также вышли на этот пик заболеваемости. Это не Гомель и Брест, и даже не Минск. Ну и я хочу, чтобы все знали, вы это знаете, я вам говорил, что я очень серьезно взял под контроль работу системы здравоохранения. Система создана. Система должна работать исключительно, как часы. Якраз у гэтыя выходные Наталья Качанова побывала у родным для яе Витебским регионе. Треба сказать, что увесь новый состав Совета Республики активно уключился в працу. Узмацняя контакты у галинах, вяде постоянный диалог с людьми и у курсе ситуации на местах. Конечно, это очень важное равномерное развитие наших регионов, работа каждого предприятия, потому что экономика – это прежде всего. Мы ведь прекрасно понимаем, эпидемия пройдет, инфекция пройдет, а с чем останется страна. Поэтому, конечно, у нас нет такой ситуации сегодня, чтобы надо было закрывать какие-то предприятия. Поэтому, конечно, в приоритете экономика, работа предприятий. Много сейчас идет различного рода информации в интернете, фейковые вбросы по Витебской области. Но я вам скажу, да, мне действительно поручил Александр Григорьевич выехать в мою родную Витебскую область. Вы знаете, что я сама из Витебской области, практически всю жизнь там прожила и работала, для того, чтобы выяснить ту реальную ситуацию, которая складывается там. Я вам скажу, что абсолютно управляемая ситуация. Врачи работают, понимая то, что нужно делать. Демонструючи открытость, Беларусь по доручению президента запросить представников Сусветной организации аховы здоровья для оценки працы мясцовых специалистов. Это позволит громадянам лишний раз почуть незалежные оценки эффективности айчинной медицины. На территории Гомельской области зарегистровано 5 выпадков захворывания коронавирусной инфекции. Один человек выписан, 4 протягивают лечение в стационарных условиях. Подчас проведения обследования контактных особ выявлено 3 выпадки с попередньостановчим тестом на РНК коронавируса. Они шпиталізаваны у инфекційное отделение. По всех выпадках вызначены контактные особы первого узровню. Организовано их лабораторное обследование и шпитализация. Проводится медицинское назирание за контактами другого узровню с метой активного выявления у их симптомов вирусу для своечасового принятия супрацепидемичных мер. Захворывание на острые респираторные инфекции на территории Гомельской области зараз отповедает сезонному узровню и не перевышает прогнозных значений. Як знизить рызыку заразиться коронавирусной инфекцией? Парад зараз шмат. Некие працующим людям выконывать складана, например, самоизоляваться. А вось многие рекомендации повинны стать нормой поводзинов и выконываться автоматично. Гэта об применении антисептиков, мыти рук, выкарыстанні маски при симптомах абсолютно любого вирусного захворвання. Марина Джалая погутарила с эпидемиологом, каб яшчэ раз нагадать кожному жыхару Гомельщины простые правила аховы своего здоровья. Вось откажите широ, что вы робите, каб знизить рызыку захварыць? Ці мыйце руки протягли, як мага частей, носите у кишени антисептик, не забывайте опрануть маску. Так, нехто скажет, что от вирусу яна не оборонить, а лишь вы будете меньше кранать рот и нос, а гэта уже профилактика. Ольга Тульжанкова працуе у Гомельским городским центре гигиены и эпидемиологии. Яна докладно ведае, як выконывать наши штодённые обовязки больше безпечно. Руки обрабатываются со всех сторон, не забывая про межпальцевые промежутки. И про большой палец. Таким образом, до полного впитывания антисептика. Затем после обработки рук мы надеваем маску. Маску за внутреннюю поверхность желательно не брать. Мы берем за наружную поверхность и петельками одеваем на уши. Поправляем. Здесь есть специальная такая пружинка, которая обеспечивает плотное прилегание. Одеваем маску так, и в таком виде мы можем маской пользоваться в течение 2 часов. После этого ее необходимо заменить. Снять таким же образом и утилизировать путем упаковки хотя бы в пластиковый пакет, и можно утилизировать как бытовой отход. А марлевую маску можно носить дольше, да? Марлевые маски желательно тоже ориентироваться все-таки на 2 часа, чтобы не было никакой путаницы. Маску носим 2 часа.
По магчымасці лепш у краму не хадзіць, запасацца на вялікі тэрмін альбо карыстацца дастаўкай на дом. Калі ўсё ж такі трэба ісці ў магазін у гадзіны, калі там мала людзей, і лепш у вялікія. Там прасцей трымаць дыстанцыю паміж пакупнікамі. І вось яшчэ парада. Адным з спосабаў абеспечыць максімальную дыстанцыю між людзьмі ў магазіне это использовать тележку вместо корзины, даже не ориентироваться на количество продуктов, которые нужно приобрести. Потому что, как мы видим, ее размер автоматически нас отдаляет от всех людей, которые находятся вокруг. И это тоже является способом защиты от различных инфекционных заболеваний, которые при близком контакте могут передаваться. Зазіраем у аптэку. Пакупнікоў няшмат. Прыходзіць у асноўным за маскамі і антысептыкамі. Маскі ў продажы чатырохслойныя марлевыя. Сродкі для дэзінфекцыі ёсць таксама і для рук, і для паверхняў. Вот ёсць средства септамілін, ірасептін, флобіксідін. Ага. Скажыце, пожалуйста, люди вот актыўна спрашваюць, пользуюцца, пакупаюць? Покупают, да. Ну, без паники. Угу. Все в пределах угу. разумного. То есть вы стараетесь, чтобы перебоев в аптеке не было, да? Да, поставки у нас регулярные. Количество, в принципе, нареканий нету. И не забывайтеся про гаджеты. У сэнсе об их дезинфекции. Это необходимо робить як мага частей. А великий сюжет на тему простой профилактики коронавирусной инфекции можно убачить у программе «Новины тыдня» у неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі працуе ў штатным рэжыме. Да таго ж, з гэтага года тут пачалося тэсціраванне спецыяльнай праграмы, якая дазваляе ў рэальным часе адслежваць месцазнаходжанне кожнай машыны і накіроўваць яе па месцы выкліку. З работай станцыі азнаёміліся нашы карэспандэнты. Скорая помощь 23, слушаю вас. Што ў вас случилось, чым мы можам вам помочь? Температура какая? Жаропонижающее что-то принимали самостоятельно? Не снижается. В течение последних 2 недель за границей нигде не были. С иностранцами не общались, либо лицами, кто был за границей. Адрес ваш какой, где находитесь? Гэта стандартныя пытанні, якія зараз задаюцца ўсім, хто патэлефанаваў на станцыю хуткай медыцынскай дапамогі. У любым выпадку неабходна высветліць, ці знаходзіўся чалавек у эпідэмічна неспрыяльных краінах і якое яго агульнае самаадчуванне. Увогуле зараз тут адначасова працуе каля 50 брыгад, у тым ліку некалькі спецыялізаваных педыятрычных і інтэнсіўнай тэрапіі. Для іх больш эфектыўнага выкарыстання летась у Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны распрацавалі спецыяльную праграму, якая дазваляе кантраляваць месца знаходжання машыны накіроўваць па неабходным адрасе тыя, што знаходзяцца бліжэй. Пакуль праграма працуе ў тэставым рэжыме, але ўжо зараз можна казаць аб яе эфектыўнасці. Это приложение позволяет узнать, где находятся бригады скорой помощи в режиме реального времени. Узнать их статус, то есть они свободны, заняты, на вызове или перевозят пациента куда-то в больницу. И далее при поступлении вызова, введя адрес в поле поиска, можно узнать, какие ближайшие бригады находятся к этому месту. На Гомельской городской станции хуткой медицинской допомоги подкресливают, установа працуя у штатном режиме. Нема проблем с леками. На станции их створаны 2-месячный запас. На выпадок необходимости набыта специальная капсула биологичной аховы. Вырашено кадровое пытание. Штат медика укомплектованы на 100%. А парша того, отрымался снизить нагрузку на бригады. В выпадках, коли размова обеспеченных для здоровья ситуациях на кшталт невысоких температур и тиску до хворых могут выезжать супрацовники поликлиник. Это дает магчимость не просто снизить нагрузку на бригады хуткой медицинской допомоги, але и выкарыстовывать их больше эффективно. Теперь их можно накировать до хворых, яким сапраўды потребна неоткладная допомога. Правда, покуль нейкага ажиотажу на станции не отзначают. Если взять даже март 2019 года, то там было выездов около 550, а в настоящее время даже на фоне подъема заболеваемости незначительного. У нас 490-500 выездов в сутки. И наряду с этим скорая помощь работает в штатном режиме. Олег Сентеров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Больш за 160 волонтёраў дапамагаюць пажылым людзям у Гомельскай вобласці. Добраахвотнікі разносяць прадукты, харчаванне, лекі і прадметы першай неабходнасці. Усе волонтёры прайшлі спецыяльны інструктаж, забяспечаны сродкамі індывідуальнай абароны і дэзінфекцыі. Яны прывозяць неабходныя тавары пажылым да дзвярэй, іх дамоў і кватэр. Сама дастаўка бясплатная, а атрымальнік плаціць толькі за прадукты і лекі. Подведены выники штогодового республиканского огляду домов-интернатов для состарелых инвалидов и детей-инвалидов.
Визначалася ліпша постановка роботи по обслуговуванні, забезпеченні здорових і безпечних умов проживання. У огляді від Гомельської області прийняли уділ 3 стаціонарних установи соціального обслуговування, серед яких дом-інтернат для застарілих і інвалідів Васильівка, Журавецький психоневрологічний дом-інтернат для застарілих і інвалідів, а так само Гомельський дом-інтернат для дітей-інвалідів з особливостями психофізичного розвитку. Кожна з установ зайняла перше місце у своїй категорії. Формирование безбарьерного осяроддя – важный аспект громадской политики любой социальной державы. Гомельское областное громадское объединение «Инвалиды-спинальники» пропоновало створить на Роповском озере инклюзивный пляж. Тут будет все необходимое для комфортного отпочинку людей на инвалидных колясках. Видовочно, что людям с обмежеванными махчимостями тяжко отпочивать на пляже без сторонней допомоги. У новой инклюзивной зоне будут все умовы, как колясочники могли самостоятельно ее наведывать. Это специальные дорожки для спуску у воду, кабинки для переопранания и многое иншее. Мы хотим, чтобы этот пляж в будущем стал таким центром, где бы могли проводиться различные мероприятия не только для людей с инвалидностью, но и молодежь. Его сделать полностью благоустроенным, чтобы была и стоянка для автомобилей, и чтобы были другие зоны отдыха для таких людей. И чтобы оно, во-первых, очень удачно, что недалеко от магистрали проходит, то есть добираться туда было удобно. Поэтому вот в таком плане, с дальней перспективой тоже мы рассматриваем этот объект. Проекты пляжа распрацуюць студенты факультета промыслового и громадянского будаўніцтва Белорусского державного университета транспорту. Лепший вариант выберуть на конкурсной основе. Наступным этапом реализации даденной идеи станет ее узгоднение с керавництвом района и города. А кроме инклюзивного пляжа, плануется шерех інших социально значных проектов для людей с обмежаванными махчимостями. Обласний комітет Держконтролю проведе черговую гарачую лінію. На гэты раз жыхары Гомельской области змогуць пагутарыць со спецыялістамі по пытанні несвоечасовой выплаты заработной платы. Прамая лінія адбудзецца 6 красавіка. Звязацца со спецыялістамі КДК можна з 11 до 12.30 по телефоне у Гомелі 23 83 93. Захаванне священной правды об войне. Больше за 10 годов на территории Калинковицкого и Мазырского районов існує военно-исторический клуб «Пошук». Его удельники занимаются пошуковой деятельностью, организацией реконструкции, а так само патриотичной работой с молодью. Об теперішнім и будущем военно-исторического клуба материал Дмитрия Котова. Ініцыятарам стварэння ваенна-гістарычнага клуба «Пошук» з'яўляецца Яўген Сергіенка, для якога краязнаўчая і пошукавая дзейнасць добра вядомая з дзяцінства. Спачатку аб'яднання налічвала некалькі чалавек, сёння ўдзельнікаў 15. Як адзначае Яўген Сергіенка, трапіць у клуб нескладана, але вось застаецца далёка не кожны. Каждого различная цель. Одні прыходзяць, чтобы сабраць форму і получить какое-то, может, свое там удовольствие, чтобы там на каком-то мероприятии для общения там где-то попасть, может, в съемки фильма там. Вот. Другие приходят, чтобы пообщаться с такими же единомышленниками. Третьи приходят именно, чтобы заниматься поиски. Четвертые не понимают, для чего они вообще приходят. Они думают, что если пришли, наш клуб называется «Поиск», то есть это будет зеленая дорога идти копать в лес. Я это скажу, что так оно не может быть, потому что все делается в рамках закона. Вот. Ну, конечно, такие люди отсеиваются. И остаются те, кому именно нужно этим заниматься. У клубе «Пошук» вывучаюць гісторыю падпольнага і партызанскага руху, ваенную тактыку баёў, канструкцыі абарончых збудаванняў, збіраюць экспанаты і аднаўляюць савецкую і нямецкую форму часоў вялікай айчыннай, што дапамагае арганізоўваць ваенныя рэканструкцыі, а таксама ўдзельнічаць у пастановачных баявых дзеяннях, ініцыятарамі якіх выступаюць іншыя падобныя аб'яднанні. Ўсё на сваёй ініцыятыве, потому што форма шыецца это індывідуальна. Вот. Ну, опять же, тот, хто іграе, к примеру, врага вермахта, форма именно немецкого образца, она довольно-таки бывает и дороже ее собрать, и накладней. И два комплекта, чтобы собрать, это редкость. Но собирают, потому что
Нужно кому-то играть и роль захватчика, показать, какого сильного врага победили. Самым главным накірунком деятельности клуба можно смело назвать пошуковую работу. Удельники находят разные артефакты, архивные документы, предметы побыту, узнагороды. Велизарное значение мае и патриотичное выхование молоди. Важно, каб молодое поколение ведало всю правду об войне и памятало про героев, которые отвоевали мирное небо. И сейчас, чтобы показать, нужно показать примером, потому что можно читать много книжек и ничего не понять. Можно смотреть много фильмов, но опять же это все. Но когда они видят это все и соприкасаются ко всему, и делаем ударение на продолжение года малой родины, выезжаем именно в сельские школы, в сельских клубах проводим встречи на День деревни. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район. Гэты і іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4», в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Следователи завершили расследование уголовного дела аферистки из Житковичей, которая обманула доверчивых знакомых и стала богаче почти на 200 тысяч долларов. Ранее она работала в местном отделении банка и воспользовалась этим фактом личной биографии, чтобы вводить людей в заблуждение. Говорила, что у нее остались связи в банке, и она может разместить деньги друзей под выгодные проценты на особом вкладе, который доступен только работникам финансового учреждения. Многие ей верили. Как сообщили в управлении Следственного комитета, одну из своих знакомых, жительнице Житковичей, удалось развести более чем на 100 тысяч долларов. Мошенница мотивировала тем, что деньги можно будет снять в любой момент без потери прибыли. Когда вкладчица потребовала от знакомой вернуть ей деньги, то получила обратно только 12 тысяч. Аферистка также привлекала инвестиции друзей и знакомых в несуществующий бизнес и в общей сложности обманула 12 человек. Ситуации на дорогах Гомельской области. 33 пьяных водителя и 99 бесправников – таков результат рейда, проведенного сотрудниками ГАИ за двое суток. Произошло 66 ДТП, 3 человека травмированы. В Гомеле Рено Логан сбил на пешеходном переходе 21-летнего парня. Он переходил дорогу по улице Гомельской и попал под колеса такси. Водитель не уступил ему дорогу. Пешеход был госпитализирован. Студенты помогли милиции изобличить вора-офисника. Тот забрался в общежитие лицея и похитил из комнаты двоих учащихся 70 рублей. Потерпевшие обратились в милицию. Правоохранители смогли по горячим следам вычислить преступника. Один из студентов сообщил, что видел в общежитии 40-летнего мужчину и описал его внешность. По приметам милиционеры нашли бывалого рецидивиста, который специализировался на кражах из офисных помещений. Оказалось, что деньги он вытащил из карманов курток студентов. Их одежда висела в незапертой комнате. Мужчина под видом рабочего, не проходя через пост вахтера, спокойно поднялся на третий этаж и пошел по коридору, дергая за ручки дверей. Найдя открытую, беспрепятственно проник и совершил преступление. В настоящий момент задержан водворен в изолятор временного содержания. Следователям дана правовая оценка его действиям, возбуждено уголовное дело. В Добруше из-за угрозы взрыва 62 человека эвакуировали из пятиэтажки. Причиной стала находка сборщика металлолома. Он собирал чермет по всей округе и складировал в подвале многоквартирного дома. А когда стал проводить сортировку металлических предметов, нашел два боеприпаса и в мешке вынес их на улицу, сообщив об этом в экстренные службы. Территорию оцепили, жильцов из дома вывели. Поводом для шумихи стали минометная мина и часть артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были вывезены и уничтожены. Это все новости выпуска. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Матч номер 3. Сегодня поединком в Солигорске продолжается финальная серия чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Напомню, что пока в противостоянии «Шахтера» юности паритет. В Минске на Чижовка-арене команды обменялись победами. На льду горняков финалисты сыграют сегодня и завтра. Отмечу, что вход на трибуны Солигорского спортивно-зрелищного комплекса ограничен для лиц, не достигших 18 лет. Это сделано по рекомендации Минздрава. Представители первой лиги футбольного чемпионата Беларуси продолжают подготовку к новому сезону. Футбольный клуб «Гомель» в Минске крупно обыграл Ивацевича из второй лиги 8-1. По дублю в этом поединке оформили Гомза и Хота. Также в составе зелено-белых забивали Батищев, Шевченко, Терещенко и Васьков. Гомельский «Локомотив» также был сильнее представителя второй лиги. Железнодорожники на поле стадиона «Дюшор» номер 8 в областном центре забили 7 безответных голов в ворота Рогачевского «Днепра». Хет-трик у «Соловья» дубль
дублем отметился Клинье. Также забивали Козловский и Свириденко. Игрок Мозырской Славии Никита Мельников – лучший игрок второго тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. 23-летний форвард стал автором двух голов в ворота Батэ. Славия, напомню, обыграла борисовчан на своем поле со счетом 2-1. Батэ потерпел второе поражение на старте чемпионата. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».